На 9-м заседании территориальной избирательной комиссии было необходимо рассмотреть несколько важных вопросов. Основным пунктом повестки дня было назначение даты предстоящих выборов Совета депутатов городского округа. В соответствии со статьей 10 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, закона о муниципальных выборах Российской Федерации, предлагается территориальной избирательной комиссии назначить выборы депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа на 22 декабря. Члены комиссии проголосовали единогласно. Затем был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Также для дня голосования нужно получить печать территориальной избирательной комиссии Ленинского района, которая на время межвыборного периода хранится в Мособлизбиркоме. Поручить председателю избирательной комиссии Маркиной Вере Сергеевне получить печать территориальной избирательной комиссии Московской области для проведения подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Принято единогласно. Спасибо. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Валентина Назаркина доложила о взаимодействии с окружными избирательными комиссиями. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий территориальной комиссии Ленинского района использовать печать, соответственно, штампы и печати территориальной комиссии Ленинского района. Вы знаете, да, что каждый округ – это отдельные выборы. Соответственно, мы будем с вами, территориальная комиссия, возглавлять все эти выборы. Было утверждено количество подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата и необходимых для его регистрации. Цифра зависит от количества зарегистрированных избирателей в каждом округе. Во время выборов муниципалитет будет разбит на 30 одномандатных избирательных округов, в каждом из которых изберут своего депутата. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.